гречневое ризотто с сыром. В большой сковороде разогрейте сливочное и растительное масла и обжарьте в них измельченный лук. В другой сковородке обжарьте гречку без масла и добавьте ее к луку. Залейте гречку и лук бульоном и, постоянно помешивая, тушите минут 15. Замочите утиную грудку в смеси из соевого соуса, растительного масла и сока лайма, а затем обжарьте ее в растительном масле. Подавайте гречку с уткой. При желании добавьте к блюду шкварки из утиного сала.